Все больше ярких культурных событий проходит и в нашем городе. Так, недавно в областном центре состоялся аукцион, на котором желающие, неравнодушные к искусству люди могли приобрести картины ивановских художников и не только. На суд покупателей представили 26 образцов современного искусства. 13 картин 8 художников были проданы. Организаторы творческого акселератора Art Hub признаются, что остались довольны мероприятием, смогли соединить интересы художников и коллекционеров, привлечь внимание общественности к художественному мастерству. В будущем они планируют еще один аукцион, который выявит реальный денежный потенциал художников региона.